Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Ринка Мисс Кик. Меня зовут Ирина, и сегодня у меня будет разбор коробочки от Glam Box. Это вообще моя первая коробочка Glam Box. И если вам интересно узнать наполнение данной коробочки, тогда, конечно же, продолжайте смотреть. Подождите. Сейчас с вами ее попробуем открыть. Осталось только определить, в каком месте она открывается. У меня будет вот такой вот кинжаль. Сейчас буду вместе с вами ее открывать. Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Что же здесь в этой коробочке? Интересно знать. Так. Ну и как она открывается? Ведь еще и не откроешь ее, девочки. Прям хорошо ее запечатали так. Где у нее начало, где конец? Так, ну в общем, долго я мучилась. И наконец, вот она, девчонки. Так, вот она коробочка. Тут ничего больше нет. И вот, собственно говоря, вот такая вот коробочка. Кстати, красивый у нее дизайн. Очень нравится. Сейчас давайте потихонечку попытаюсь как-нибудь сделать так, чтобы было все по максимуму видно. Да-да-да-да. Ого! Смотрите. У меня вот такой вот пробник. У меня такой, кстати, по-моему, пробник уже есть. Это новинка от Живанши. Так. Тут, кстати, уже стал такой тряпочный бантик. Открываем. Первое, что идет, это идет брошюрка. По всей видимости, что заявлено здесь. Так, первое, что мне попадается. Тканевая маска Паян. Называется она вот так вот. Для чего эта маска? Маска для лица с экстрактом красного женьшеня. Маска придает сияние, делает здоровое, также активно заботится о чувствительной коже. Ну, это прям реально как для меня. У меня чувствительная кожа, и мне это пригодится. Потом здесь какой-то купон Glam Box. Это у нас на что? Знакомьтесь, уникальный крем Эксперт. Крем поддерживает оптимальную температуру кожи. Вот. Кто-нибудь этим пробовал? Кто-нибудь это покупал? Интересно узнать. О, смотрите! Девчонки, я писала в Glam Box туда и говорила о том, что у меня разбилась вот такая вот штучка. И они, смотрите, мне ее положили. Опа! Вот он, собственно говоря, этот хайлайтер. Очень круто, они так его бережно упаковали. Спасибо большое. Приятно. Следующее, что здесь идет, это L'Occitane. И данная карта дает право получить скидку на 1000 рублей при покупке на 3000. На самом деле у меня ничего не было от L'Occitane. И нужно будет посмотреть, что там пойдет. Следующее. О, кстати, в одном из своих видео я говорила, то, что у меня ни разу ничего не было, никакого гидрофильного масла. А что мы с вами так просто проходимся? Давайте мы с вами цены сравним. Какие цены заявлены? Давайте мы с вами пройдем. Так. Маска. Маска заявлена то, что на 139 рублей. Мне ее здесь положили. Очень здорово. И они должны были быть либо центрово-азиатской, красный женьшень, либо секретом улитки. Ну, здорово, что положили эту. Пригодится. Так, это у меня, получается, было не заявлено. И вот это, по-моему, ну, сейчас посмотрим. Следующее, что нам попадается, Биодерма лосьон. Так, тоже от Биодерма у меня лосьона не было. Сколько-то здесь миллилитров? Вот такой вот лосьончик, девчонки. Сейчас посмотрю, сколько он миллилитров. Так, тут даже не могу понять, сколько он. Кто-нибудь пробовал такие? А как его вообще? Вот если я здесь открываю, как дальше?
Ну ладно, посмотрим. Такой биодерма. Следующее. У меня должна была быть парфюмированная вода Turkcess. У меня его здесь нет, девчонки. Это, короче, кино и немцы, серьезно. У меня нет туалетной водички. Ну вот, смотрите, нет. При вас открывала, у меня нет туалетной водички. Так, одного продукта у меня уже нет. Сифора крем. Увлажняющий крем. Он у нас, у меня такой же кремчик, миниатюрка есть. Здесь его 15 мл. Это у нас увлажняющий крем. Не только стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, но и обладает удивительной легкой текстурой. Обязательно попробую, девчонки. Если пробовали, конечно же, пишите в комментариях. Ну, это вот то, что заявлено. Сейчас я вам покажу то, что не заявлено, тоже вам покажу. Так, следующее, что у нас... Это очищающее масло для умывания и мартель от L'Occitane. Вот, собственно говоря, это маслица. С удовольствием его попробую. Оно, кстати, у меня походу пробежало, потому что вот, смотрите, масляное. Походу, да, оно пробежало здесь у меня немножко. Но не везет мне, слушайте, на эти коробочки красоты. Опять продукт пробежал. И что он у нас делает? Это обогащенный комплексом растительных масел. Средство совершенно удаляет макияж, смягчает и восстанавливает кожу, контролирует при контакте, образует пену, не сушит кожу, естественный pH-баланс. Ну, хорошая миниатюра в 30 мл, я думаю, я распробую, может быть, даже закажу себе полноразмерку L'Occitane такого масла 200 мл. 290 стоит. Так, здорово. Следующее, это помада Make Up For Ever. Вот такая вот помадка, она, наверное, L301 ее оттенок. Так, давайте посмотрим. Так, ее 1,4 грамма. Боже, смотрите, какая это менюшечка, маленькая-маленькая. Красивый цвет, на самом деле, вот как камера показывает, такой он и есть на самом деле. Красивый цвет, и обязательно попробуем. Люблю, мне нравятся такие манюньки, прям вообще. Так, это то, что у нас заявлено. Следующее, это шампунь, интенсивный бальзам и восстанавливающий шампунь от Вэлла. Ухода от Вэлла у меня ни разу не было, на самом деле, и с удовольствием попробую. Здесь у нас получается кондиционер 30 мл и шампунь 50 мл. Открывать, девчонки, не буду, потому что у меня сейчас есть уход за волосами, а это с удовольствием потом попробую. Такие, кстати, манюньки вот в таком вот объеме, они очень помогают определить, подойдет вам продукт или нет. То есть это не сашетки какие-то, которые будут непонятно, стоит их вообще покупать или нет. Итак, для чего нам этот шампунь? Что он дает? Та-та-та-та-та, микролипидами мгновенно улучшает состояние волос, мгновенно улучшает состояние волос, поврежденных механическими повреждениями. То есть, получается, это для поврежденных волос серия будет. Ну, очень здорово. Так, девочки, кто пробовал, пожалуйста, напишите свои комментарии, как они вам понравились или нет. Очень интересно узнать будет ваше мнение перед тем, как ими пользоваться. Следующее это, о боже, новый аромат от Guerlain. Большое спасибо, мне его положили. Вот он здесь, манюнечка, вот здесь совсем маленечко. Но с удовольствием, конечно же, его попробую. Большое спасибо, что положили. Это, ну, конечно, тут, как обычно, любят расписать то, что аромат сумасшедший классный. Так, ну что, у меня закончилась память, и сейчас исправила данную ситуацию. Продолжаем дальше беседу. Еще раз говорю, то, что я пробовала данный аромат уже в Литуаль, и мне он показался самым ядреным, который представлен вообще из всей линейки Le Petit Trop Noir. И мне кажется, он такой пахнет вишней, причем, знаете, вишневым вареньем, с черешневым вареньем, и он такой прям ядреный, такой, знаете, пережженный чуть-чуть, но он достаточно такой, ну, стойкий. Следующее, что мне попадается, это вот такой вот комплексная омолаживающая сыворотка, Double Serum. Цена за 30 мл у нас получается 5850. Здесь у меня идет такая вот коробочка. Сейчас мы посмотрим, девочки. Вот так все цивильненько сделано. Все максимально просто объяснили, как этим пользоваться на 7 дней.
Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, и тут вот такие вот какие-то штучки. Но я так предполагаю, это просто перевод. Да, это просто перевод. Тоже обязательно либо сама попробую, либо просто в подарок кому-нибудь сделаю, чтобы тоже попробовать. Потому что от Colorins у меня уже был вот такой вот пробничек, и мне как-то особо не подошло. Но я оставлю это кому-нибудь в подарок. Так, это тоже у нас заявлено. Следующее, что у нас не заявлено, это вот такой вот гель. И что это за гель? Ту-ту-ту-ту-ту, гель фондей. Надо будет посмотреть, что это за гельчик такой. Может быть, это увлажняющий крем какой-то. Да, это увлажняющий крем-гель от Colorins. И надеюсь, он запечатан. Да, он запечатан. 15 мл. Ну, большое, конечно, спасибо, то, что положили. Итак, в дополнение к этому видео, я сейчас смотрела, просто стала складывать коробочку обратно и заглянула на сзади упаковки вот этого, что-то подвисло я. Смотрите, что я видела. То есть мне вот этот продукт, он не заявлен. Сегодня у нас октябрь месяц, середина октября, да, получается. А вот этот вот крем уже, который мне не заявлен, его положили, он годен до 31 марта 2018 года. То есть практически его сейчас нужно открывать и пользоваться, чтобы не было ничего такого. Так что как бы... Может быть, оно так и должно быть, такие продукты и должны ложиться. Как бы оно не просроченное, но все равно уже подходящий срок годности. Сейчас буду смотреть все эти сроки годности. Тут все замечательно. Тут у нас до какого-то года. Да-да-да-да-да. А тут вообще есть срок годности, до какого он года? Сейчас, девчонки, посмотрю. А у этого кремушка? А, нет, вот, девочки, смотрите. До 19-го года будет. То есть, в принципе, нормально. Масло окситан. До 20-го года. Нормально. У помадки. Помадки, помадки. Смотрите на упаковке. Следующая, вот эту штучку на самом деле я очень хотела попробовать. Это сос-паста от Uriage. Очень интересно попробовать, что это за паста и будет ли она действительно работать как сос-средство на прыщички. И дальше крем-бальзам, бальзам-крем с Марокко. И что это, для чего это у нас? Так, я надеюсь, вам все видно. Так, бальзам. А для чего он? Увлажняет, восстанавливает ткань. Это что, для всего? Бодикара. Бодикрем. Обязательно попробую. Получается, из того, что у меня заявлено в моем арсенале, нет вот такого вот аромата, который здесь заявлен. Вот этот, вот миниатюрка. Его здесь просто, как вы видите, нет. Но, мне кажется, компания решила немножечко просто компенсировать и положить мне вот эти вот продукты вместо заявленного продукта. Я не знаю, я, конечно же, опять напишу, спрошу с них, что они мне скажут по этому поводу. Но мне кажется, все равно, если даже какие-то бонусы ложат, да, то есть это как бы на усмотрение компании, правильно? А то, что заявлено вот в этой прошурочке, конечно же, приятно, когда то, что хотя бы заявлено, оно лежит. Но я, конечно, безусловно, благодарна о том, что мне положили тот разбитый продукт, который у меня был в предыдущем глэмбэге. Я очень вам благодарна компании за то, что они мне положили. С удовольствием я его попробую. И, конечно же, большое спасибо за то, что вот эти вот продукты, которые не заявлены, мне тоже положили. Это приятно, безусловно. Но еще было бы приятнее, конечно, если бы все продукты, которые заявлены в прошурке, их просто-напросто ложили. Так что вот так вот. Конечно, очень само наполнение коробочки, оно, безусловно, очень классное. Я сейчас попытаюсь объяснить. Не беру во внимание те продукты, которые не учтены здесь. На самом деле, коробочка очень хорошо продумана, потому что здесь присутствует уход за волосами, девчонки, его реально можно потестить. Уход за лицом, причем здесь уход, демакияж, идет масочка. Это тоже очень круто. Есть вот такой вот лосьон, да, для лица,
для проблемной кожи. Неудобный формат, но все же он здесь представлен. Представлен также крем для лица в хорошем объеме в 15 мл. Очень круто. И я на самом деле, мне кажется, данного продукта можно испробовать. Если вы дружите с маркой Clarins, здесь тоже хороший такой, знаете, набор пробников сделан, собран, потому что вы можете просто элементарно испробовать данный продукт, подходит вам он или нет, и прочувствовать, подойдет он вам или нет, потому что цена на данный продукт, как вы сами понимаете, идет достаточно высокая, а с помощью данного набора вы сможете определить, подходит вам или нет. Ну, конечно же, любой девочке всегда приятно получить хорошую помаду, и здесь она тоже представлена в хорошем объеме, 1,4 грамма. Цвет, конечно же, да, такой идет, но мне кажется, он нейтральный, и это у них идет Artist Rouge Light. Формат такой вот. Тоже очень хорошо то, что ложат такие продукты. И это не масс-маркет, это действительно люксовый продукт, который не каждая девочка себе может позволить. Это здорово. Ну и, безусловно, как вы знаете, я поклонница марки Guerlain. Мне, безусловно, приятно попробовать их новый аромат в такой вот даже маленькой миниатюрке. Пусть даже тут, по-моему, сейчас я попробую посмотреть, сколько здесь грамма. Тут даже не граммов, тут 0,7 мл. Я думаю, тоже можно будет распробовать. Ну и, конечно же, некое, так скажем, остаточное разочарование небольшое есть. Это о том, что просто единственную позицию из всей брошюрки мне просто не доложили. Но, я так предполагаю, мне решили скомпенсировать ее немножко другими продуктами. Но я в любом случае, я просто хотя бы напишу и спрошу, что действительно это компенсация того продукта, то, что мне не доложили, либо это произошла какая-то сервисная ошибка. Ну и огромный плюс данной компании заключается в том, то, что они мне положили предыдущий разбитый продукт. Это на самом деле очень круто, потому что тот продукт я собрала, но все фишки, так скажем, простите за лексикон, я не прочувствовала, что это за продукт и как он работает. А сейчас я могу элементарно попробовать даже по отдельности какие-то цвета из представленного хайлайтера. Так что так. Ну и коробочка, это, конечно, безусловно, отдельный плюс. Она очень красивая, прочная, и ее можно будет использовать для хранения каких-либо своих миниатюрок, даже этих же, которые приходят в коробочках красоты. Ну, такой, девочки, у меня был обзор спонтанный. Буквально сейчас вместе с вами мы его раскрыли, посмотрели. Если вам было со мной интересно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить там, когда у меня будут новые видео и темы видео предыдущих, какие-то, возможно, новинки, и зачастую я выставляю свое мнение о продуктах там в единичном формате. Конечно же, подписывайтесь, я желаю вам хороших и выгодных покупок, конечно же, приятных разных таких же заказиков себе тоже делать, делать себе приятно, это очень классные подарки для нас, для девочек, и всегда очень здорово такие коробочки получать. Ну что ж, буду прекращать уже болтать, и мы с вами увидимся в скором будущем в новом видео, я вас всех люблю, целую, с вами была ваша Ирина, увидимся в скором будущем, всем пока-пока!